Международный женский день, 8 марта. Женщина в современном мире реализует себя в разных сферах жизни, но главное ее предназначение – это дать жизнь, воспитать своего ребенка и сделать все, чтобы он был самым счастливым. Прекрасный, чувственный, инструментально-хореографический концерт состоялся 3 марта в стенах детской школы искусств имени Агабабова в преддверии Международного женского дня. В зале собрались самые преданные зрители – мамы, папы и, конечно, преподаватели. У нас в школе очень большая работа проводится. Ко всем праздникам мы проводим городские мероприятия, участвуем всегда. Ребята с радостью принимают участие в этих мероприятиях, отбирается интересный материал и современная музыка, и, конечно, классическая. Мы всегда рады видеть всех жителей города на наших концертах, всегда приглашаем и рады полным залам. В программе у юных артистов самые разнообразные выступления со всех отделений школы. Фортепианное, струнное, хоровое и, конечно же, хореографическое. В этот день выступления участников погрузили гостей в мир музыки и наслаждения. Участники танцевали польку, пели для любимых бабушек и мам, а также целым квартетом скрипачей исполнили известную всем фронтовую песню «Пора в путь-дорогу» и многое другое. Как известно, музыка даже в самые тяжелые времена помогает человеку обрести на мгновение покой и легкость. Музыка вдохновляет на новые свершения и придает сил, когда это действительно нужно. Для настоящего времени как никогда актуально, отметила Элеонора Лившиц. Когда пушки стреляют, музы молчат, но в данном случае мы доказываем своим искусством, что музы не молчат. Искусство в любое время, особенно в такое сложное, очень нужно людям, чтобы душа очистилась.